Без 20:12 ночи. Только что закончил выкладывать видео. Ответил на все ваши вопросы. И я применяю, можно сказать, тройчатку, которую я называю пентагоном. Покажу вам. То есть я использую ромашку, полынь, гвоздику. Это уже три компонента. Это что у нас? Корица. И пятое — это Тодди Кларк. Ну, на керосине настойный этот орех. Вот эти компоненты я принимаю два раза, утром и вечером. Главное — настроиться, собраться. Утречком я принимаю натощак и вечером после уже еды, вот ты готовишься ко сну, паразитики там как раз на ночь вылазят из своих закуточков, и значит это, пока хозяин спит, они, значит, там так покусывают. Запиваю я настоем шиповника. Шиповник с боярышником я настаиваю. И пью. Вечером, чтобы, знаете, так не было противно во рту, я заедаю еще яблочком. Сейчас это все это сделаю на ваших глазах. Значит, еще разок. Я уже это где-то третий день делаю. Два раза в день мелю все эти травки. Значит, там пропорция такая. Меньше всего гвоздики. Где-то одна чайная ложечка. Причем эта порция идет у меня на два раза. Значит, одна чайная ложечка гвоздики. Где-то две чайные ложечки полыни. Две чайные ложечки пойдут... листа березы, где-то примерно одна чайная ложка этой корицы, палочки. И я, чтобы, знаете, меньше ложки, вот я ложку специально сюда отложу, чтобы она не воняла. Но лично для меня это лишнее. Я просто-напросто так отхлебываю керосинчик. Поэтому смотрите, как я делаю. Значит, у меня запить есть. Вот она с утра я перемолол, она так плотно закрыта. Вот это вот все сейчас я выпью, это где-то больше столовой ложечки. На утро я это все сделаю опять. И выпью утром сразу же, и потом она останется стоять, вечерком допью вечерком. То есть у меня такие идут две ударные дозы. Пентагона я называю. Открываем. Выпиваем. Ну, примерно доза где-то под чайную ложечку, наверное, будет. Теперь берем столовую ложку. У меня любимая моя столовая ложка серебряная. Специальная моя. Смотрите, что я делаю. Я беру все это дело. Высыпаю сюда. И у меня получается столовая ложка. Сверхом даже. Я ее беру. Из-за гвоздики жжет во рту. Не так сильно, но жжет. И чтобы не так жило, у меня сейчас мой настой. Ну, такой горячий. А горячий с горячим, горячая гвоздика и горячий настой, они сильнее дают вот этот вот горячительный вкус.
Что самое интересное, выпивая эту дозу, организм сразу же начинает реагировать. И реагирует он тогда, когда у вас что-то тут имеется не в порядке. Только раз, здесь побаливает, там только или шевелится. Ну, короче, дает знать, что-то здесь такое почувствовалось. Где-то что-то поджелудочное почувствовалось. Где-то там почувствуется в этом самом, возле пупка. Кстати, что вы можете делать? Вот эти вот все травы, которые мы пьем, к ним можно добавлять коня. Конь – это вещество, которое, лекарственное вещество, понесет по всему организму. Как правило, конем являются какие-то сладости. То есть, одна из лучших сладостей – это мед. То есть, вы можете медка сюда добавлять. Как видели, я ничего не добавлял. И теперь всю ночь Пентагон будет у меня работать там, внутрях. Всасывается, проходить. То есть, если есть паразиты у меня, то ночь они спокойно не поспят. И не вылезут, чтобы там что-то пососать. Все уже обработано. Кстати, это тоже средство хорошее для того, чтобы стул был. Ну вот эти вот травки, помните, мы с вами мололи для печени. Вот они в качестве слабительного средства действуют лучше. Теперь, чтобы, так сказать, нормально себя чувствовать, добавим яблочко. Одно яблочко съем на ночь. Ну вот, в принципе, и все, что вам хотел сказать. Итак, я начал принимать в понедельник, это значит понедельник, вторник, среда, это уже сейчас четверг. Ну так я где-то неделечку, а то и две, посмотрю, что и как. Вкусотища. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!